они уже какие-то отцветочки цвели уже. Пчелы налетят. Какие пчелы? Которые вон жужжат уже, я вижу. Слушаю. Она видит, как жужжат пчелы. Пчела, давай, стой. Ну ты сядь как-то, я тебе же на фоне маков сниму. Сядь, а? Да не надо меня на фоне маков снимать, господи. Не надо его на фоне маков снимать. Нам надо куда-то сходить с тобой. Пописить. Пойдем. У тебя есть бумага? Зачем? Красота. А вдруг будет снежок? Здорово, здорово. Я капризная. У нас тут дорома от дома. Всем приветики. У нас тут красота какая. Ну, кроме меня, конечно. Меня прекрасная, тут еще красота вокруг. Иди-ка сюда, Катюшечка. Давно мы не виделись. У нас тут привет. У нас тут прямой эфирчик. У нас тут цветочки. У нас тут, у нас цветочки тут ходячие, цветочки маки, лежачие, цветочки маки растущие. Да, вот так вот у нас тут красота. Мы поснимаем маки. Всем привет, кто там, ой, кто присоединился. Всем привет. Кому сказать? С какой сегодня? 13 февраля? 13 февраля, да. Завтра день влюбленных. Да, у нас заранее мы. Мы подготавливаем, настраиваем себя. Да-да-да. О, виолетики, приветики. А мы тут на цветочках. А что это? А где наш этот босс? Биг босс? Не знаю, ушел куда-то в туман. Вполне возможно. Так. Кто? Раздевайся, раздевайся. Да, наша веселая компания доехала до цветочка. Я еще не пила. Нет, тут и не надо. А где это? А где это? Это где-то возле газы. Мы проехали на Тивот. Ехали мы, ехали. А, это вы с другой стороны ехали. И приехали в лесочек. Такой симпатичный. Нашли место совсем, так сказать, без сильно много людей. И, может, даже будем сегодня снимать фею. Вот. Кто там, кто там? Всем привет. Хай, шаббат шалом. Я сегодня выходная. Мне вот так приятно, вытащили на природу. Вот как приятно, оказывается, в шаббат не работать. Сейчас я попробую повернуть камеру, показать цветочки, где эта камера поворачивается. А вот, во, сейчас покажу красоту. Вот они, красавцы. Вот они, какие красивенькие, цветут, их тут много. Это красиво. Да. Красота.
радость какая. Вот. Цветочки. Точки, цветочки. Прелесть. Ну, естественно, главный цветочек тут-то я. Кто бы спорил, я не буду. Не, ну тут бесспорно, бесспорно. У меня тоже очечки красные. Губки накрашены. Все, чем мне цвет? Это блондинка. Да, я же тоже почти блондинка. Так что все нормусь. Красота. Я уже ныряла и там, и сям, и уже везде в цветочках побывала. Вообще. Я потом думаю, еще у меня колючки попу кусают. Да-да-да. Аюшки, шалом-шалом. Мидаром-адом. Красота какая. У нас тут красота. Сейчас еще раз покажу. А я классную реплику на чудесную фотографию. Да? Вот у нас тут весело, нас тут много. У нас тут настоящий пикник будет. О-то-то. Как не фотографируемся? Я привезла фею делать из вашей дочери. Она будет в бабочках бегать по полю. Короче, я под это, под деревянную эту картину джулевскую реплику нашел, пару. Какую? Я перееду с машиной вот туда, вот там вот это, там классное дерево красивое, говорите. Точка хорошая. Там будем снимать. А вот красивое дерево. Не, ну где? Вот в мху каком-то. Колючее оно. Злое. Жизнь у него колючая. Оно злое. А вот и мы все. Мышка, ну посмотри, ты хорошо стоишь. Красота. Ну сделай что-нибудь. Привет и передавайте, мы в прямом эфире, если что. Передаем привет. Мы в прямом эфире! А еще я хочу передать привет маме, которая не смогла приехать с нами на этот праздник жизни. Да, у нас тут весело. Вход свободный. А мы еще не пили, а уже весело. Да, мы нашей дури хватает. Там у меня еще эта бутылочка сидра есть. Ух ты! Как ты? Где ты ее взял? Опа! 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 Вот он. Так. Красота. Ладно, короче, все новости потом еще будут. За каким рулем, Белис, ты за... А пока я сиду, я поснимаю красоту. Всем привет-привет, шалом-шалом, шаббат-шалом, все дела, короче. До новых встреч. О, все. Все. Вот так вот. Лесопедисты наезжают ни за что. Лесопедисты. Так, ладно, мы отключаемся нынче. Не поликантор. Не поликантор. Теперь надо найти кнопочку, которая отключает эту фигню. Выключи меня, выключи меня, пожалуйста. Отключись, зараза. А ты умеешь делать прямой эфир? Нет. Вот, вот видишь, с тобой Наташка стоит. Тихо. Она там и нарезает. Она там включает. Тихо. Включает. Кто, я нарезаю? Ибо ты. Фир, я тут вот в прямом эфире застряла. Не знаю, как отключиться. Выключи. Выключи. Телефон, телефон, выключись, выключись. Где кнопочка? Где она? Вы молодое поколение, покажите старушке. Где та кнопочка, которая отключает? Я не знаю, наверное. Прикинь. Вот это да. Жужжит, жужжит. Наши девочки красавицы, наша фея, вот она, цветочная. Сейчас... Ну пойдемте, фотограф, пойдем. Фотограф заждался. Все, побежали. О, побежали. Стой. Ой, тебя девочка красавица. Катюш, тебе... Да тебя в кадре не было. Все, убрали меня из кадра. Мышка, губы не зажимай, улыбайся, естественно. Пусть... Недолго счастье продолжалось.
маски напяли. Так, значит, чуть-чуть влево и вперед. Чуть-чуть влево и вперед. Вот. Да, можешь легко-легко слегка улыбаться. Вот так, да, здорово. Чуть-чуть влево. Влево. Стоп, много. Назад чуть-чуть. Стоп. Вот так, отлично. Понюхай. А где твой телефон? Мой? Да. А он тебе нужен? Немножко зажимай. Немножко зубки будут видно, но это в кармане лежит. У нас все под это, под танцовка. Вот, и голову чуть-чуть направо еще. Сняли. Стойте, сейчас домой. А что если немножко реснички подкрасить? Вот чем тебе не нравятся реснички? В какой синей сумке? Она на штативе была. Что на штативе? На штативе у меня в машине. Штатив у меня в машине. Плечики назад. Суп. Фея в дереве. Еще раз. А, блин. Маки это хорошо, только мне надо, чтобы ты тень убрала. Ближе, 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 ближе. Бандерлоги. Это из серии, где Наташеньку не носила. Как я отсюда буду вылазить, я его не знаю. Зато я нашла маленький водопад. Поворот. Класс. Пошла. Господи, я сейчас...